к спорту. Лучшим игроком «Шинника» на финише чемпионата признан Артур Саркисов. За нападающего сборной Армении проголосовало большинство болельщиков на сайте Ярославского клуба. Второе место также занял нападающий Эльдар Низамутдинов. Замкнул тройку самых популярных игроков у поклонников «Шинника» полузащитник Константин Скрыльников. Команда сейчас находится в отпуске, но на этой неделе он завершится.